Всем привет, дорогие друзья, и мы продолжаем, собственно, проходить Bloodborne. И я вам сейчас покажу. Где можно фармить вещи, типа вот одинаковых осколков, и как вот этих ребят мочить в тюрьме подземной. Лучше всего мочить. Вот. Надо просто чуть подойти, они тут не проходят. А мы спокойно бьем. Опасаться лишь можно то, как они будут бить своим мешком. И все. Вот смотрите, убили одного, получили осколок кра чего-то там. Вот этого сейчас тоже приманим. Давай, пошли. Пошли, друг. Ого. Что он замутил, да? Еще ногой меня пытается. А я вот, кстати, бам! Новое ружье у меня. Смотри, какое, да? Крутое. Но тут ты, к сожалению, не пройдешь. Уже уж извини, но можешь идти ко мне, бежать, плакать. Ну, а ты... Хоть что делай, ты меня не достанешь тут. Ха-ха, я читак, волхак. Ох ты, все, красава. Все, два осколка получили, и пошлите вот в саму непосредственную тюрьму. Не знаю, говорят, что тут очень много тех, кто несправедливо сюда заслали. А, кстати, колокольчик будет работать, как думаете, в тюрьме? Нет, колокольчик в тюрьме не работает. Зато есть камушки. Музыка так еще, слышите? Свиняш ты. Свинка! Свинка, привет! Как думаете, свинка пройдет сюда? Свинка пройдет. О. Да. Бум, 3000. Отлично. Ну, свинка такой серьезный враг. Я бы сказал. Так, что написано? Чудовище, он тут воняет. Кстати, знаете, пойду оставлю записку. Что ну там внизу вот тут оставим, что безопасная зона, сделать записку, безопасная зона нужна, и может быть выпришли куда надо. Охотник, заши мое дело, от них тут воняет, лучший выбор. И, в принципе, действие. Узкое место, использование местности. Все. Ну, то есть, что тут лучше использовать местность. Всем понятно все? Ладно, погнали. Мы тут еще не были, это тюрьма. Первый раз мы тут.
тут лучше взять, наверное, меч. Мечом попроще будет. Ох ты, с этими лучше вообще, мне кажется, не связываться. Они так бесят. Вот пылесосы такие, такие. И, по-моему, они не станется. Да, им вообще похер. Есть у тебя стан? Сыка ты. Уродец. Интересно, можно его туда привезти? Туда, где мы обычно мочили этих уродов. Подошел? Идет? Эй, терпила, иди сюда! Так, вот тут безопасное место. И... Но они сюда уже не пройдут, уже проверено временем. Ох ты, вообще хорошо, да? Прекрасный фарм. Превосходно. Но, блядь, как-то надо с ними по-другому сражаться. Постоянно их сюда вести. Это вообще адовый ад. Причем он еще с двумя собаками, да? Вообще, такой, мне кажется... Ну, это смотрители тюрем. Так, куда-куда? Вниз, что ли? Ну, пошлите вниз. Лишь бы на нас тут никто не напал. Берегись, предмет. Не понял. Ну, взяли кровь. Предмет. Вижу, вижу, вижу. Спасибо. Вообще даже не увидел эти предметы. Ну, ладно, что. Погнали дальше. Камушки. Пузырек. Пули. По сути, нормально тут.
вот если большой застрянет вот тут. А он застревает. А нихера он не застревает. То их будет очень сложно мочить, причем их два. Давай я тут. Ну, боюсь, конечно, атаковать так. Потому что пройдет. Или он застрял? На удивление, нет. Он не застревает. И даже... А вот тут-то точно не пройдет. Хотя, если даже тут он пройдет, то нам не очень хорошо. Хотя, как он может пройти? Смотрите, какой высокий. Собака. Вот все. Ну, короче, будем использовать окружение. Они тут уже не проходят. Это, видимо, продумано. На! Надо поближе. И... Отлично. Что написано? Бойся, смелая атака. Все правильно. Так, давайте дальше идем. В принципе, сейчас выманим этого. Вот они тут проходят хорошо, а вот там-то вообще камушками еще покидаемся. На тебе камень. Ну, там уже одного твоего друга побили. Че, урод? Эй, на, уродец, мы тут. Да ничего ты нам не сделаешь, хоть засоси, давай. Ну что, готов? Готов, я готов. Ой, не попал. И... О! Давай, превращайся в дерьмо демона. Урод. Ой, ты почти выберется. Ну что, надо? Фана, если он выберется. Надо вот отсюда и... На. Бум. Ну давай, давай так, чуть правее, еще правее, и финал. Бам! Ну, отлично. Осколок взяли. Пошли дальше. Кстати, прикольно придумано с этими, помните? А, с тем, что появляется охотница. Ее убиваешь, и мы получаем, как я, ну, то есть к нам могут присоединиться злые, если она звонит в свой колокол. Это что? Это куст? Или что-то живое? Потому что... Давайте чуть-чуть поменяем противоядие. Поставим не противоядие, а, допустим, метка отважного воина, чтобы еще смыться вообще отсюда.
Этот колокольчик уберем, поставим коктейль молотого. Сейчас нам нужен коктейль. То есть непонятно, что тут. Кстати. Судя по всему, тут босс. Судя по всему, тут босс, дорогие друзья. Потому что стало вдруг активно. И, по-моему, я видел это место. Да, это определенно босс. Не очень приятный. Ну, вообще такой детский, электрический. Ну, видел уже, блин, кто-то проходил. Даже сейчас посмотрим на него отсюда. Ну, это такая хрень. Большая-большая электрическая. И резвая. Конечно, нам нужен кто-то, кто может нам помочь в этом. Потому что одни мы его явно не зафигачим. Ну, вообще, ну, без вариантов. Хотя нет. Не будем рисковать. У меня аж 18 тысяч душ. И, пожалуй, я как бы возобновлю запись, когда кто-то ко мне подтянется. Итак, дорогие друзья, вот и появился, собственно... Подожди, что написано? Молния от них тут воняет. Время... для подмоги и очистим эти улицы от скверны. Появился человек, кто нам будет помогать. Надеюсь, он нам поможет. Кстати, мы могли тут, судя по всему, спокойно ходить, да? Вяся, а может... Ого. Напарник-то молодец. Охренеть, а? Бедная такая скотина. Жесть, что творится. Просто бьем его по ногам. Вы получили значок какого-то охотника. Какого-то охотника значок мастерской церкви, изготовленный специально для друзей. Он был очарован и так далее. Ну, то есть, через эти значки, по сути, мы можем узнать небольшую историю. Ну, достаточно простой враг. Между прочим, ну вообще, то есть мне понравился, он быстрый. И легко его убивать. Старый Ирнам. Я понял, охренеть. Это где
круговлот вот этот вот. Шок. Представляете? То есть мы дошли до старого Ернама, то есть нашли путь в старый Ернам. Ну, очень круто. Может, тут что-то есть, какая-то вещь, еще что-нибудь. Затырено, запрятано. Или нет? Или может да. То есть как бы колокол мы можем юзать, но уже только другой. Другой можем колокол юзать, который помогает призыву. Давайте просто его заюзаем. Посмотрим, сможем ли кому-нибудь помочь. Босс такой простенький. Берегись пса. Время для охоты. Молния от них тут воняет. Время на подмогу. Да, молния. Почистим улицы от скверны. Ну, это кто-то убили его, короче. Ну, правильно, он с таким оружием. Ну, вообще тут просто его, мне кажется, по ногам надо херачить и все. Так, блин, а вот зачем вот эти все медальоны? Чего они дают? Чего они дают? Просто так, ключевой предмет и ничего больше. Просто как-то убили босса, а что дали? Ну, дали там души и так далее. То есть, по сути, я сейчас колокол позвонил, я выйти не смогу. Туман должен быть. Да нет. Очень странно. Когда, как тогда тут вообще призыв работает? О! Сейчас меня призовут. Должны призвать. Ну, или, по крайней мере, когда меня убьют, я уже не потеряю ничего, хп и так далее. Надо посмотреть, кстати, оружие, слушайте. Не оружие, а вот защита от молнии. 30, 30, 50. Чё, от молнии защищает шляпа черной церкви лучше? Угу. Одеяние черной церкви. Короче, все это защищает хорошо от молнии. Ну ладно, давайте хирургические перчатки делаем. И от молнии еще защищает, да. Короче, вот про церковь, все, что про церковь связано, все защищает от молнии. Ну, что-то нас так никто и не призывает, к сожалению. Странно. Посмотрим, давайте вообще, что за шмотки у нас есть. А, мастерская позволяет вставлять руны. Вот значок тайно изготовленный Арчибальдом. Чудаком из церкви исцеления для своих друзей. Электрический значок. Он был очарован голубыми искрами, которые вылетали из шкур черных чудовищ. Он посвятил свою жизнь их искусственному воспроизведению, исследуясь к манере, которая, кстати, следовал методологии Бюргенгер. Так. Ох ты, сколько всего, да? Это получается все с боссов падает, что ли? Цилиндр посланника. Красная лента посланника. А это что за пила? Значок с пилой. Короче, никто не чтит. Инструменты по изъятию всего. Ключ, гробницы и дон. И дон. А, ну мы были там. Слушайте, в этой гробнице и дон. Поиск зовущего колокола вот у меня идет, и никто не хочет нас призывать. А я хочу помочь. Время для охоты. То есть, по сути, мы как-то вообще обошли всю эту... Поиск звона. То есть, он ищет, ищет, но не может. Может, у меня уровень большой. Хотя, вроде не такой большой, всего-то 39-й. Ну, конечно, с тем чуваком он вообще помог мне. Нехило так. Вообще молодец.
Че ты кричишь, а? Я себе не ожидал, что их столько. Бам! Уродов-то понабежало, да? А, уроды. Не ожидал, что еще и те прибегут, засранцы. Ну, прибежали. Ну, судя по всему, мы эту локацию как бы зачистили, тут уже делать-то нечего. Очень круто было. Ну, что-то никого не можем призвать. Может, никого тут нет? Кстати, давайте попробуем еще раз. Колокольчик позвонить? Мы уже звонили? И посмотрим, пока ачивки. У нас же ачивочки есть. Всего три? А, три приза. Хотя странно, должно быть больше уже призов. Столько наполучали всяких этих убиваем. Приза только три. Так, ну чё, какие призы-то у нас? Отец Гайскон, ну его все убивали, в Америю не все. Ведьму вообще. Черное чудовище, Парл вообще только 5% людей убило, это вот этот монстр. Кровоглота тоже еще не все убили, то есть я хорошо иду пока что. Меня призвали? Короче, ладно, дорогие друзья, закончим. В общем, меня никто не хочет призывать, поэтому или призовет. Никто не хочет тут призывать, поэтому ладно, бог с ним, потом как-нибудь. А, найден звон. Подождите еще. Не все потеряно. Сейчас поможем чуваку. Надеюсь, что мы им поможем. А если не поможем, ну, блин, извини, чувак. Я старался. Я старался как мог. А прикиньте, их там 35 сейчас. Нет, ну, как минимум 3. Ага. Он уже пытался его мочить. Ну что, пошли? Каратель, че спишь? На самом деле враг простой, просто надо по ногам бить его, вот и все. Под него, так сказать, подлетать. То есть большой оборотень. Электрический каратель, ты чё? Собрание охотников. Ух. Можем как девочка кланяться. А чё ещё у нас есть? У нас же много разных, да? Это женский поклон. Чё он стоит? Да, враг, конечно, вообще тот еще. Жесткий. Жесткачий.